скажите, вы когда-нибудь слышали, что такое правильное питание? Вот это сейчас очень модно. Ну а как вы думаете, что такое правильное питание? Ну, своими словами. Как вы думаете? А тогда какие продукты правильные, как вы думаете? Какие полезные продукты есть? Ананас. Ананас. Еще? Яблоко. Груша. Угу. Ну, помогай брату. Какие продукты полезные? Помыло. Может быть, чипсы? Точно? Угу. А сухарики? Да. Нет. Да или нет? Да. Видите, не сошлись вы в мнении. А кока-кола? Ну, так может быть, мы тогда попробуем угадать, что такое правильное питание? Наверное, что это тогда? Когда правильно кушают? Mm-hmm. Хорошо. Ну, а что любите кушать вы, расскажите? Кашу. С чем? С горбашой. Макароны еще. А ты? Спагетти. Ну, а как вы думаете, зачем люди едят правильные продукты? Чтобы стать большим. Чтобы сильным. А еще, а ты как думаешь, зачем есть правильные продукты? Чтобы стать умным. А что такое диета? Вот сейчас летом, да, и многие, наверное, девочки и женщины говорят, что вот они на диете. Вот как вы думаете, что такое диета? Когда говорят, я на диете. И для чего это нужно вообще? Ну, подумайте, как вы думаете, что это такое? Вань, как думаешь? Когда, наверное, для чего? Чтобы быть? Сильным. А диета для того, чтобы быть какой? Умным. Умным. А женщины зачем на диете сидят? Чтобы какими быть? Стройными. Стройными. Худыми, да? Ну а как вы считаете, это правильно или нет? Или это не обязательно совершенно для девочек быть худыми? Или обязательно? Обязательно. Ну вот вам какие девочки больше нравятся? Худенькие или такие полненькие больше? Худые. А ты не согласен? Или согласен? Или нет? Согласен. Или все равно какие? Ну ладно, но не теряйтесь, все хорошо, вы сказали, давайте 5.